Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гигея в греческой мифологии богиня здоровья, дочь Асклепия и Эпионы, либо Афины, братья Гигеи Махаон и Подалирий, сестры Панакея и Иаса. Культ Гигеи существовал Ороппе, статуя в Мегарах, ей посвящен орфический гимн. Гигею изображали в виде молодой женщины, кормящей змею из чаши. Эти атрибуты, чаша и змея, составили современный символ медицины – сосуд Гигеи. Именно Гигея дала название медицинской дисциплине гигиене, изучающей влияние жизни и труда на здоровье человека. В честь Гигеи назван астероид Гигея. С Гигеей отождествлялась римская богиня Салутта. Вот так вкратце о богине здоровья в греческой мифологии Гигее. Пока-пока, до свидания.